Вообще дынями и арбузами я занимаюсь давно, так сказать. Некогда в открытом грунте были такие замечательные урожаи. И по 3 килограмма, кстати, вы были свидетелями этих моих урожаев. Последние годы перестала, значит, вот эта культура давать отдачу. В общем, я в прошлом году попробовала впервые, где-то в июле месяце, замученную рассаду перепосадила. Место было в этой тепличке дыни. 6 дынек. Они мне, знаете, меня удивили просто да не моги. И самые главные сорта, которые и в этом году я восхищена, это вот сладкая неженка и крем-брюле. Колхозница как-то приболела, алтайская. Алтайская вот пошла буквально, вот видите, в люльках. Они у меня тут вот катаются, нежатся на солнышке. Значит, каждый плодик, значит, вот урожай, вот эти вот подрастает несколько, немножечко, я его подтягиваю. Но самое главное, надо крепить так, чтобы вот эти шпалеры, вот эти вот натяжные не оборвались. Такое вот опасное заболевание, это у них гнили начинаются, заболевают стебли, а когда идет хорошая вентиляция, они быстренько просыхают. Я периодически снимаю листики больные. Вот так же, как на огурчиках. То есть вот приболел листик, вот у меня снизу, они вот подчиканы уже все. Значит, я его обязательно вровень со стеблем, оставляя вот этот боковой пасыночек, значит, вровень со стеблем снимаю. Вот здесь вот раночка уже, видно, поджитая, зажила, и растению ничего не грозит. Но еще есть такой нюанс. Значит, растения вот эти вот, что арбузы, что дыни, поливать прямо вот так на растения нельзя. Очень быстро заболевают. Вот, пожалуйста, видно, вот уже стебель у основания земли заболел. Сколько он еще тут протянет, как он выдержит? Пожалуйста, живи подольше. При появлении, значит, 9 листочков настоящих на дынях, 9, потому что я рассчитывала, что оно будет в тепличке. Если в открытом грунте пробовать, то так желательно 5 оставить листиков настоящих и прищипнуть макушечку. Дыня дает урожай на боковых побегах. На основном стебле дает урожай арбуз. Поэтому, значит, я прищипнула, 9 листиков оставила, у меня пошли боковые побеги. Эти боковые побеги почему-то тоже мне не дали урожай. Я рассчитывала, что на них. Поэтому они вот у меня доросли до определенного уровня, до потолка. Я их опять прищипнула. Второй порядок побегов дал урожай.